Всем привет, друзья! Сегодня у нас мини-погрузчик GCB Loader 190. Демонтаж двигателя. Весь засапунил. Находится в заднем отсеке. Сейчас будем разбирать. Машина 2019 года. Наработка порядка 5000 часов. 5-6 тысяч. Сейчас посмотрим точно, ну, будет ясно. Ну, приступаем. Итак, двигатель, как говорил, находится в заднем отсеке, сверху радиатор. А кабина будет откинута вперед для доступа. Не знаю, некоторые, конечно, умудряются и без, не знаю как, без откидывания кабины. Вот, ну, будем пробовать убрать, чтобы был доступ легче. Кабину подняли. Насос. Отпускаем здесь от двигателя. Доступ нормальный. Подушки передние. Подсвечивают чуть-чуть. Ну, вот они стоят. Вот радиаторы сверху убираем. Достаем. Итак, гидравлический насос отсоединить. От двигателя это целая история получается. По бокам, то что ранее показывал, два болта на 16, подлезть практически нереально накидным ключом. Вот, пробовали так, только так удалось коротким. Вот. А далее, значит, по максимуму надо, включая масляный фильтр, скидывать. По максимуму навесное лучше откинуть все, что можно. Топливный фильтр. Здесь сейчас будем скидывать и замок, крепление замка, двери. Ну, то есть эпопея. Неудобно вообще. Да, дело непростое. Достать двигатель отсюда приходится помучиться. Сейчас отмоем, будем разбирать. Компрессор, кондиционер оставили на месте. Перкинс 404. Так, на первый взгляд прорывов здесь не видно никаких. Сейчас помоем, посмотрим более детально. Прорывов нету, пролегание окладки везде нормальное. Косяков нету здесь, да, Серег, тоже прокладка? Не вижу, явно. По прокладке вопросов нету. Прокладка целая, не пробитая, пролегание хорошее. Будем дальше вскрывать поршневую. И уже будем смотреть. Скорее всего, прорыв газов был по ней, потому что сапунило очень сильно. При дефектовке выявили, что блок этого двигателя изначально идет не гильзованный, цельнолитой, а после был произведен какой-то ремонт, где была произведена загильзовка и установлены, скорее всего, старые поршни. А при замере гильз выявили выработку в виде эллипса и недопустимый зазор между гильзой и с юбкой поршня, самим поршнем. Принято решение, меняем ремкомплект гильзы поршня, ну то есть полностью поршневая,
заказываем, собираем и будем запускать, все будет отлично. Ну и напоминаю, что это был двигатель Perkins 404-22M, установленный на ските 190 GCB. В принципе, все. Так, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!